Всем привет! В этом видео расскажу, как подключить по Bluetooth к Toyota Prius в 30-м кузове телефон, так чтобы и громкая связь работала, и музыку можно было слушать. Значит, мы что делаем? Мы нажимаем, ну, сначала выйдем отсюда, нажимаем на кнопочку Setup. Заходим в общие настройки, выбираем телефон, выбираем управление телефоном, то есть не сам Bluetooth. Потому что если мы выбираем Bluetooth, мы меняем настройки Bluetooth. Нам это не нужно. Нам нужен управление телефоном. Добавить контакт. Ой, добавить телефон, а не контакт. Вот. То есть сейчас магнитола находится в режиме поиска устройств. Мы берем телефон, включаем Bluetooth. Нажимаем поиск и ждем, пока у нас высветится. Вот тут написано Car Multimedia. Ну, имя тоже можно в настройках поменять под себя. Вот оно высветилось. Подключить. Сейчас, соответственно, магнитола запросит, чтобы мы в телефоне ввели вот этот код. Код доступа, ну, 3574. Обязательно выбираем вот это вот разрешить. Сейчас резкость наведу. Вот, разрешить доступ к контактам. Вот, так будет удобнее гораздо пользоваться. Вводим код 3574. Окей. Ну, телефон быстренько подключается. То есть все, он уже подключился. Сейчас ждем магнитола, что выдаст. Она чуть медленнее думает. Все, Bluetooth соединение установлено. Так, что мы еще можем? Мы можем перенести, если у нас до 1000 контактов, то есть если мы сейчас зайдем, вот нажимаем Setup, телефон, телефонная книга, управление данными контактов. Вот у нас их 1000 свободных мест. Вот. Мы можем переслать сюда контакты как отдельно, так и вводить самостоятельно новый контакт, то есть новый контакт, да, и там вводим имя и в ручном режиме. Можно, в принципе, копировать полностью телефонную книгу. То есть мы управление телефоном выбрали. Нет, это не оно. Ну, проще попробовать тогда через телефон. Телефонная книга. Переслать контакты. То есть, получается, у нас телефон сейчас подключен. Так как он подключен, в автоматическом режиме переходят они все контакты. Вот. Так как у меня у супруги много контактов, это не очень быстро. То есть, тем, у кого там 200-300 контактов, они очень быстро перекидываются. Переброс там около 1000 контактов, ну, порядка где-то секунд 30-40 всегда занимает. Ну, не полностью, не все контакты переданы. Вот, но порядка 1000 контактов в любом случае передано. Вот, уже будет проще, когда будет звонить и будет высвечиваться не просто номер телефона, а прям контакты. Так, теперь что мы еще? Мы заходим также в Setup аудио. Выбираем настройки Bluetooth аудио. Вот. Ну, примерно все то же самое. Можно как бы пароли там поменять. Зарегистрировать новый аудиоплеер. Отсоединить предыдущий плеер. Да. То есть идет соединение. Подождите. Теперь мы также заходим в настройки. И. То есть мы его вроде бы как отсоединили, но чтобы его зарегистрировать как плеер, опять подключиться. Вот. Вот он у нас подключен. Сейчас нам покажет, что его зарегистрировало как плеер. Успешное соединено, соединение по Bluetooth. И теперь, если мы выходим в аудио, у нас Bluetooth уже есть вариант выбрать, что воспроизвести, допустим, музыку. То есть с телефона. При этом, когда мы выбираем Bluetooth, музыка, ну, в зависимости от модели телефона,
она в автоматическом режиме прям подключается. И то есть вы нажали здесь Bluetooth, здесь музыка включилась, и пошел ваш плейлист играть. При этом по Bluetooth технологии вполне возможно переключать, то есть треки. Вот я нажимаю на кнопочку, да? Меняю на следующий трек. То есть следующий трек играет. Ну понятно, что громче, тише это все работает, все замечательно. Вот. А треки по Bluetooth, то есть здесь далеко не последний Bluetooth, не первый, вернее. Правда, и не последняя технология по Bluetooth 2010 год, но вполне себе все работает, все удобно. Телефон можно даже там жене из сумочки не доставать. Она может и общаться, и музыку с него слушать. Ну, разве что только WhatsApp не выводит на экран. Как-то так.